Пляж французского городка Валариса снова свободен и доступен для всех. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд покинул место отдыха на Лазурном берегу на 3 недели раньше, чем было запланировано. Власти города не называют причину, но многие думают, что виной тому петиция возмущенных жителей. Более 150 тысяч человек поставили подписи по требованиям открыть пляж. Впрочем, есть и те, которых расстроил отъезд короля. Люди должны знать, чего они хотят. Всегда такие визиты предоставляют огромную выгоду до региону. Тысячи человек приезжают сюда, и их нужно всем обеспечить. Из-за одной недели даже не стоило устраивать такой бум. Горожан возмутила не только так называемая приватизация пляжа Мирандоль, строительство лифта и усиленные меры безопасности на берегу и в акватории. Король также потребовал, чтобы безопасность на пляже обеспечивали полицейские исключительно мужского пола. «Не все можно купить», – доволен представитель оппозиционеров Жан-Ноэль Фальку. «Мы никогда не выступали против приезда и отдыха здесь миллионеров. Мы боремся за то, чтобы никто из миллионеров не нарушал французского законодательства». По нему приватизация или закрытие в частных интересах общественного пляжа не допускается. Местные жители празднуют победу и заново осваивают возвратившийся к ним любимый пляж.